Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео посвящается святочным гаданиям. И я решила снять видео на тему одного из гаданий, которое я увидела на Фейсбуке у одной из моих подруги в Фейсбуке. Оно простое. Для этого вам понадобится 4 апельсина. Вам нужно купить их в 4 разных местах. Один апельсин будет посвящен любви, второй – карьере, финансам и здоровью. И далее мы приступаем к основной части. Ну и приступаем к нашему гаданию. Достаем наши апельсины, запасаемся хорошим настроением. Помечаем наши апельсины секторами нашей жизни, интересующие нас, и разрезаем апельсины поперек. Апельсины должны быть красивыми, спелыми, без всяких темных пятен, без всяких точек, каких-то гнилостей. Если есть семечки, то их надо посчитать. Четное количество семечек – это хорошо, нечетное – не очень. Чистим, рассматриваем, очищаем от кожуры и пробуем наши апельсины. Чтобы самому не треснуть от такого количества апельсинов, желательно позвать всю семью. Возможно, один и тот же апельсин разным членам семьи покажется по-разному вкусным или по-разному невкусным. Финансы кисловатые. Если вам попались косточки в апельсинах, то их нужно достать и посчитать. Четное количество – это очень хорошо, нечетное – не очень. Если вам попался красный апельсин, то считайте, вам крупно повезло. А если это в секторе любви, то значит вас ждет новая любовь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Спасибо. Всем пока. И самое главное, отнеситесь к этому с юмором. Не принимайте гадания всерьез, потому что гадание – это просто гадание. И я хочу пожелать вам в этом новом году всего хорошего. И пусть будут только хорошие предсказания. Всего хорошего.